Агитай Адилов, казах по национальности, родился в 1941 году в Узбекистане. Агитай первоначально работал бухгалтером в совхозе Довкара, затем перешел на должность главного бухгалтера в совхозе Кунгиратку. После этого Агитай становится директором совхоза Тахтакупыр. Своей работой Агитай Адилов внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства и фермерского движения в сложных природных и климатических условиях Узбекистана. В 2005 году Агитай Адилов был избран сенатором от Республики Каракалпакстан. Агитай Адилов награжден медалью Шухтар и орденом Эл-Юрт Хурмати. А в 2005 году Агитаю было присвоено высшее звание Узбекистана – Герой Узбекистана. Скончался Агитай Адилов 14 августа 2012 года.